Сегодня у нас 20 мая 2016 года. Вот мы с братом Никитой пришли на наш огородчик лагерный. Тут у нас помидоры, мы их открываем на день. А вечером закрываем, потому что утром бывают большие заморозки. Вот это все, там, все у нас, где переодеваются две сделаны кабинки. И вот мы тут зашли с ним на плотик и посмотрели. Вода прозрачная, это очень редко такое бывает. Тишина, волны нету. Вот я на видеокамеру сейчас покажу, насколько дно чистое. То есть вода чистая. Вот. И мы даже тут сейчас посмотрим. Столбушки всякие разные видно. Почему мы детям запрещаем здесь прыгать вниз головой. И вообще прыгать с пирса запрещаем. Потому что можно оттолкнуться и удариться. И будешь, как Сергей, потом парализованный лежать на вытяжку. Вон столбушок мхом заросший. Потому что старый пирс, он раньше был до середины пруда. Так как сил он стало меньше, чтобы делать что-то либо. Он стало, вот видно, что мхом все покрылось. Все эти. Вот. Сейчас такое время как раз, если бы не вода холодная, можно было бы почистить даже немножко чем-то. Залезть бы. Все видать, и проволоку, все. Вот. Водичка. В этом году пруд наполнен хорошо. И вот там я стоял и увидел, если тут, конечно, видеокамеру видно. Блестит цепочка вон. Вон видно ее. И там крестик видно. Видимо, кто-то потерял крестик с цепочкой вместе, когда плавал. Сейчас мы с братом постараемся достать. Вон там дальше видно столбушок. То есть можно спокойно удариться. Деревенские иногда не слушают, прыгают вниз головой. До поры до времени, как говорят. Это очень опасно. Впереди еще вся жизнь может быть. Вон столбушок стоит, тоже опасно. То есть в воду мы только взрослые слазят, проверяют все. Если все нормально, тогда следом за ним могут ребятишки спускаться. С его благословения. Вон видно, что какие-то бревнышки еще остались от прошлого пирса. Проволока лежит он на дне. Ну, вот, и здесь вот так называемый у нас лягушатник, где ребятишки плавают. Взрослые спускаются и научают тут маленьких ребятишек плавать. Здесь вот видно пол наш, как устроен. Но мы еще его подделаем, потому что почему-то опустился. Сверху вот мы зажимали поперечиной два стояка. И пол немножко опустился ниже этой поперечины. Значит, что-то там случилось. Там будет потом потепление будет, вода теплая будет. Будем спускаться и ремонтировать. А так, слава богу, Господь в этом году сохранил наш пирс целый. Ничто не повредилось. Каждый год приходилось восстанавливать почти заново все. Льдом все выдавливало. Вот, вон видно даже, сколько мошкары летает. Комаров, мошкары, плодятся они. И все это потом на деревню будет. Со вся тварь ополчится на человека. По нашим грехам. Вот, слава богу. Хотел показать, насколько чистое дно. Это редкость для наших тут краев. Слава Богу за все. Аллилуйя.